Каждый день миллионы людей идут сквозь серые стены, не замечая, что происходит вокруг. Каждый в своих буднях, заботах. На 100 человек найдется лишь один, который живет во свете. Он знает, для чего он живет, какое у него будущее. Ведь с Богом вся жизнь обретает иной смысл. Лишь с Богом одинокие обретают настоящую семью. Лишь с Богом люди с зависимостями освобождаются. Лишь с Богом человек забывает о депрессии. Лишь с Богом болеющие выздоравливают. Лишь с Богом люди поднимаются с нищеты. Лишь с Богом люди обретают настоящие мечты. Только Он способен наполнить уста для прославления Его имени. Только Он может собрать людей, которые никогда бы не пересеклись. Он поддержка и опора для каждого. Он всегда ответит на твои нужды. Он радуется каждому твоему шагу. Он дает нам силу в самых безнадежных ситуациях. Он верит в тебя, как никто. Он всегда направит тебя на истинный путь. Мы уверенно идем по проложенному им пути. Мы движемся в видении, вникаем в учение, данное им. Делимся по двойкам, чтобы принести плод, цветок Иисусу. Каждое воскресенье мы собираемся вместе, чтобы прославить Его имя.